Всем привет. Еду на работу. Сегодня с опозданием. Были дела. Ходила с ребенком к детскому врачу. Проверили нас. Так, зрение посмотрела. Уши, сердце, живот помяло. Ну, короче, все нормально. Вот, поэтому я сегодня задерживаюсь. Еду чуть позже. Ну, что хочу сказать. Иду я на новое место. Второй день у меня сегодня будет. Вчера я начала на новом месте. Так неожиданно, интересно, так захватывающе. Ну ничего, день прошел хорошо. Рассказывать, конечно, я не буду. Что за работа? Ну это просто так, я для себя тут делаю заметку на видео, что я начала на новом месте работать. Вот, чтобы потом вспомнить однажды. Погода прекрасная стоит, прекрасная. Смотрите. Красотень какая. Небо чистое, синее. Автобусы у нас здесь стали ездить по нижней улице, потому что там поверху они ремонтируют что-то. Сменили немножко маршрут, неожиданно так, да? Ой, какой там кораблик стоит, сейчас посмотрим. Вот он. Вот он. Гибрид. Интересный паром. Вот. Погода замечательная, настроение отличное. Одна радость на душе. Давно у меня такого не было. Хочу вам показать фьорды. Сейчас, если получится. Горы красивенные такие. Ай, нету. Ну ладно. Что? Новый дом? Новый дом построили? Высотный. Ничего себе. Наша не видела. Так здорово жить в таком месте. Ну, это не обязательно надо жить в Норвегии. Конечно, в России тоже есть такие красивые места. Я имею в виду, что вот так живешь. И вот постоянно ты наблюдаешь эту красоту. Горы, море, или там в России реки. Это так здорово. Смотрите, какое красивое небо, какое как солнечно все. Так, кто-то к нам подсаживается. Там давай смотреть, какая красота. Живут люди так, смотрят постоянно. А горы, они дают защищенность. А еще, представляете, мне вчера одна познакомила вчера с новой девочкой на работе, и она мне говорит, а сколько у тебя детей? Я говорю, двое. Она такая говорит, а сколько? Ну, я сказала, сколько лет детям. Ну, чего? А сколько тебе, говорит, лет? Ну, я сказала, что там столько мне, 45. Она, да? Да ты выглядишь только на 32, там на 30, 28. Я, ой, думаю, ладно. Я не пойму, почему люди так говорят. Все причем, все практически. Что они так льстят? Смотрите, какая красота. А может, я правда действительно выгляжу немножко моложе, чем есть?
Интересно. Посмотрите, какой корабль стоит. Интересно, что он делает. На рыболовный не похож. Может, он на нефтяные вышки ходит? Интересный такой. Норвежский флаг. Норвежский флаг там наверху. Погода просто потрясающая. Какие горы красивые. Кораблик. А это рыболовный. А этот... огромный какой. Неизвестно, что это. Какая красота. Вот такую горку здесь организовали, видите, накатали. И даже предусмотрели, вот поставили сетку, чтобы дети вот на дорогу не выехали. Молодцы, уже, правда, снесли эту сетку. Придумали же. Mm-hmm.